Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы начинаем нашу новую рубрику. Будем изучать шахматную классику вместе с гроссмейстером Евгением Бареевым. Будет он мне и вам всем показывать 100 лучших партий в истории шахмат. Сразу оговорюсь, что дело очень субъективное. Выбор этих партий, наверное, у всех свой. Мы с Женей вот выбрали те, которые нам кажутся наиболее примечательными, интересными и поучительными. Женя, привет. Доброе утро у меня. У вас, наверное, день, а у кого-то ночь. Добрый солнечный летний день. Идеально подходящий для изучения творчества великих шахматистов. Нелегкая эта работа, как говорил Михаил Таль про партию, кажется, с Васюковым. Да. С болота тащить бегемота. Он, конечно, имел в виду, пожертвовать ему или нет. А я о том, что крайне тяжело выбрать лучшие партии, потому что реально это настолько все субъективно. Я вот попытался 100 партий этих выбрать на основании вот каких-то... Вот ты мне скажи, как израильтянин канадцу. А вот ты думаешь, чьи качество партии, оно вот как определяется? Вот для тебя. Вот что для тебя хорошая партия? Та, что прям лучшая из лучших? Ведь много очень хороших партий, да? Вот ты когда-нибудь думал, задавался всем вопросом? Слушай, ну я как бы, наверное, унаследовал шахматное представление шахматистов об этом. То есть хорошая партия... А как это Грищук на пресс-конференции? Как ему говорят, то есть хорошая партия – это партия, где оба соперника не ошибались? Он говорит, ну или так, или, говорит, где ошибается только твой соперник. Вот. Я думаю, что хорошая партия это, ну для меня хорошая партия это партия, честно говоря, просто творческая. Вот я понимаю, что шахматист любит, наверное, увидеть свою партию, где нет ошибок, компьютер подтверждает, все по первой линии, красиво, отличный дебют, прекрасно стратегически проведенный миттельшпиль, великолепный эндшпиль, но для меня это чуть, наверное, скучновато. Мне нравится, когда есть борьба, я не смущаюсь, когда шахматисты ошибаются, в этом проблемы никакой нет, они не роботы. Поэтому мне нравятся вообще яркие партии, где борьба идет на 3 результата. Вот, я бы так сказал. А скажи, наверное, пожалуйста, что же быть тогда с Капабланкой? Куда мы его денем? Ведь его ну вот лучшие партии Капабланки, которые есть, это образец... чистоты какой-то, знаешь, такой позиционной, чистоты линий. Слушай, ну это как, знаешь, это как сходить в музей, посмотреть импрессионистов, это, наверное, посмотреть Капабланку. А можно сходить в кино и посмотреть какой-нибудь суперинтересный триллер. Тут зависит от вкуса и настроения. Вот тоже же можно, нельзя Капабланку вот так сразу скидывать, отринуть, да? Нет, конечно. При том, что вот там такой вот творческой какой-то стремительной атаки ты не найдешь. А тем, ну ты же не говоришь мой вкус, я же просто свой вкус рассказываю. Я не рассказываю, как... Да, я с тобой дискутирую просто. Я так дискутирую. Да, кому-то нравится там, как Магнус выкатывает равные иншпиля, а мне, может быть, нравится, как Морозевич хаос на доске создает и потом как-то пересчитывает противника в цейтноте. Ну, у всех свой вкус. Этим шахматы на самом деле и прекрасны, как, наверное, любой вид творческой деятельности. Есть разные идеи, разные подходы, разные методы. Каждому нравится свое. Ну смотри, вот я считаю, вот со своей точки зрения, какие бы критерии. Это эстетическая, конечно, составляющая, вот то, на что ты напираешь, да? Потом, на мой взгляд, немаловажно уровень соревнования, ну вот значимость, что ли, под каким давлением происходило состязания. Так? Да, согласен. Да? Вот мне даже вот уровень соперников уже не так важен. Мне кажется, что любой шахматист как бы может спеть потрясающую песню, да? Потом один вот, раз точно. Да, вот о результате, вот когда один выигрывает, один проигрывает, да, или вот все-таки ничья тоже включается. Скорее всего, как исключение, наверное, и какая-то необыкновенная ничья тоже может быть, ведь, да? Результат, мне кажется, вообще не важен. Вот, и качество тоже я схожусь, ну, как бы мое мнение, что оно вторично. Потому что оно, конечно, не должно изобиловать уже грубыми там зипками на каждом
шагу, но если партия реально сложная, ну так и практически невозможно. Вот Владимир Борисович сейчас говорит, что качество партии невысокое, правильно? У шахматистов, но они же все равно хорошие партии играют. Мы на самом деле схожи, я думаю, с тобой в оценке. Нам нужно какое-то полотно. Пусть это будет не безошибочно, пусть это будет ничья, это не имеет значения. Как бы есть какая-то идея, она реализована, и она впечатляет. Вот, собственно, Вот мне еще критерий. последнее, я бы, на мой взгляд, это то, что в партии должно быть, ну вот что-то такое вот, что умилило, что как раз выделило ее, да, вот что там или необычное для своего времени, или вот для вообще там Сердце задело. исторически, Чтоб да. сердце задело, забился, Ну, пульс чтобы увеличился. можно было сказать, вот что такое, вот не что-то, все-таки какая-то изюминка. Вот, назовем это Да, изюминкой, должна быть какая-то да, изюминка. Да. изюминка. Изюминка, вишенка. Вишенку все-таки надо туда так поставить Да, сверху. или, например, показал что-то новое человек, показал шахматист какой-то новый план или новую идею, которая потом стала, может быть, уже, которую обучают детей в индийских школах. Вот Борис Абрамович Гельфанд приезжает в Индию и говорит, вот была партия там в 65 году, вот посмотрите, какой перевод коня, и вот это нужно запомнить, это там во многих позициях теперь там основное Я решение. понял. Ты сейчас рассказываешь про ход Немцовича, конь G3, H1. Наверное, Я все понял. да. Я не знаю, про что я Да. рассказываю. Я рассказываю про Ну так, типовые идеи. Да. Ну, конечно, я Таля выбрал для первого раза. Но. Михаила Нехемовича. Хотя у него, вот, казалось бы, выбрать практически невозможно. Ну, вот реально, человек свой стиль, он берет тебе, и тебе, в смысле, сопернику, что-то жертвует благополучно, да? Ну, там, через партию, особенно в лучшие его годы. И как бы довольно быстро обыгрывает ведущих шахматистов своего времени, это там и Смыслов, это и Петросян, он их там миниатюры. Если по Карпову миниатюрам, он в свое время свои миниатюры издавал там, 500 миниатюр у него до 30-го хода он их определил. А если он там партия больше с 30-го длилась, он ее просто обрезал. И И говорил, таким ну все, образом это безнадежно, да? всегда практически любая его партия входила в миниатюры. Ну и вот Таль тоже. А у него реальные миниатюры были. И поэтому, ну как тут выбрать, да? Вот я выбрал партию с Портишем. Из их матча 65-й год. Это вот после того знаменитого Кюрасао, когда сплав контору организовали советские шахматисты ничейную, отказались на время от турниров претендентов и перешли к межзональным, а потом к матчам. Интересно, что вот у нас настолько все циклически, да, сейчас снова какие-то там матчи, уже, видимо, по финансовым причинам, хотя бы турнир провести кое-как. Ну вот так вот, вращаемся. Планета вращается. И вот скажу так, что это было время, когда Италь и Ботвинник, они вот как бы вышли, при том, что Италь же стал их чемпионом мира, но в целом он вышел вот на какой-то уровень, на котором он там примерно следующие 15 лет туда-сюда бултыхался. Если можно так сказать про человека, который играл матчи претендентов финальные. Да, и Портиш точно так же. Он, конечно, чуть менее удачно играл в самих матчах, крайне неудачно, скажем так. Но зато всегда выходил в них практически. Очень часто выходил, там на протяжении 20 лет играл в этих турнирах. То есть это шахматисты были оба сильные, находились в период творческого взлета. Таль, кстати, легко выиграл, вышел из межзонального. Портиш, благодаря знаменитому правилу там трех русских, что ли, или что-то такое было правило, совершенно сумасшедшее. И в итоге там по дополнительным каким-то там на 5 очков меньше и шел, но вышел. Ну, в общем, он как бы тогда только начинал это. Портиш входил в когорту сильнейших. И вот я тебе скажу так пару слов про матч. Таль выиграл убедительно его, но не сам про матч, а то, что меня удивило, что как хорошо Таль играл этот матч. Вот реально просто хороший шахматист, такой яркий. И Портиш, он такой же классик, позиционный достаточно, да, там и посчитать мог позиционный, но Таль его там просто котлету из него сделал. В этом матче уверенно выиграл там.
5-5, плюс 3. Но в коротком матче выиграл плюс 3. Потрясающий был в форме, во всех дебютах. Если бы он с таким караканом был во втором матче с Ботвинником Все было бы нормально. и с живой там селезенкой, он бы там от старика, конечно, живого места не оставил. Ну вот, это была первая результативная их партия. Вообще показала, кто как. Вот давай, я пойду по Давай. ней, тебе буду рассказывать. Да, пошла. Е4. Да, Е4. Е4. Так. Так, подожди, таль белыми, Ну, правильно? конечно. Таль белыми портишь, играет черными. Да, тут пойдем здесь. Конь c3, конь f3. И это, тебе скажу, всегда, там, начиная с 50-х годов, эта система была довольно популярна. Чтобы не идти в основные, это был типа боковой. Сейчас-то это один из основных тоже вариантов. Но тогда типа это боковой был вариант, конь f3. И вот d4 достаточно редкий ход. Главный ход это вот слон g4. Ну, как бы откладывая взятие на e4, то ли возьмут, то ли не возьмут. Для того, чтобы напряжение сохранить и иметь возможность на будущее пойти d4. А взятие все-таки ты сдаешь напряжение. Это вообще интересный момент. Вообще имеет тот преимущество вот в пешечном напряжении, тот, кто его контролирует. Ну и вот в целом, я скажу, в этой позиции как будто бы черные его контролируют, потому что белым не очень выгодно бить на d5. А черные имеют возможность и стоять, и двигать вперед, и бить. Поэтому вот взятие, с точки зрения теории, взятие размена пешечного, центрального, ну точно, уж по крайней мере, оно так, мягко говоря, не обязательно. Но тем не менее, берут, и вот мы потихонечку приходим к вот одна из классических структур, которые получаются там из французской, вот там из каракана и так далее. Вот она вот так выглядит. У белых пешка на d4 будет, вот так вот. А у черных минус слон. И у белых такое психологическое давление, как будто бы раньше считалось, типа позиция раньше равная, а на самом деле, ну там у белых чуть-чуть лучше, потому что два слона, но их и там реализовать невозможно. Ну вот я когда играл эту позицию лично сам, я когда даже на нее смотрел, я вообще не мог понять, откуда эта оценка проистекает, потому что здесь не психологическое давление, а, по-моему, реальное. Мне показалось, что у белых вот реально лучшая позиция, не только потому, что вот там у них мифические два слона. Вот Так. по ощущению которому, да. Ну и тоже вот это стандартное. Вроде бы с черной сбили материал, так все меньше и меньше давление. Небольшое, белых практически нет, должны поменять, чем больше поменяли, тем лучше. Идея это такая, что типа нет слабости у черных, а нет слабости, ну и а что тогда Нет, сделать? нет слабости, нет И проблем. нет, и самое главное, нельзя создать атаку в этой позиции. Ну нельзя, очень крепкая позиция. Так вот портишь выбором своим дебюта заявил, ты со мной атаку не создашь. Ну и проиграл прямой атакой две партии. Это чем-то мне напоминает мою всегда. Я выходил и гордо смотрел на своих соперников в глаза, потому что я ходил на e4, e6 и говорил, вы никогда приступом не возьмете мой пункт f7. И раз за Да. разом противник до него добирался. Раз за разом Анант Да, брал пункт. и этот пункт, там все уже знали, что он пошел e6, f7 надо брать. Так и здесь. Каракан, ну мат будет. Так. Тендер, да, все четко, значит, ну и Италь наш 4 выбрал клеточку. Это правильная клетка, это стандартная клетка, но другие не запрещены. И на Е2 можно поставить, и на F3, на H4, потому что, ну, понятно, что контролируется пункт H7 на всякий случай, да. А второе, на линии Е уже ладья будет стоять, по задумке Михаила Нахимовича. Тут тоже ничего удивительного нет. Конь d5. Не обязательный строго ход, конечно, но тем не Ну, менее. вот логично. Возможно, да, ну, рокировку можно было сделать. Отступаем.
нападаем, слон f6 и ладья едет. Ну и вот, естественно, компьютер рекомендует 2-0, Ну, рокировочку вроде сделать. логично. Да, и тогда белые должны вот слона развить на d2, потом ладью подтянуть в центр. И ну просто вот как бы стоять и контролировать ситуацию. И потихонечку, как ни странно, может быть, ладья e4, переводить фигуры вот на другой фланг. Что-нибудь придется поменять. Придется надвинуть какие-то пешки, G, H, вот что-нибудь. Но белые все-таки должны и смотреть на королевский фланг, а черные его защищать. И вот тут делает ход ферзь B6, портиш, который немножко удивил. Удивил Таля, прежде всего. Он считал, что ход не очень понятный, не очень хороший, неправильный. А ход-то имеет смысл ровно в силу того, что я описал. Он считает, что раз следующий ход там слон d2 и развить король, ферзевый фланг, то он его говорит, что я откладываю на один ход рокировку, я следующим ходом рокируюсь, а ты не выведешь своего слона. Ну, действительно, потому что слон Ну, потому g5. что на B2 будет висеть, Ну да? вот, ну да, на b2 висит, а b3 нельзя пойти. А я пойду ладья e2, а если пойду слон d2, все равно будет висеть. И вот он говорит, у тебя нет удобного поля, ты проиграл. Ты проиграл. Да. А Таль там много рассказывает, конечно, о том, что как ему это пришло в голову. Но основная идея примерно следующая, что и кстати именно из-за этой идеи, в принципе, естественно. Что производило впечатление не только даже партии в свое время, но и даже комментарии талевские. Недаром вот я про бегемота вспомнил, да, из-за этого Да, ну рассказчик бегемота, гениальный, конечно. да, это соответственно, это вошло в про бегемота, эту партию стали смотреть, что же там, почему бегемота он, или действительно он мог в это время еще про бегемота думать и так далее. Кстати, он хорошо посчитал тогда варианты, несмотря на то, что эту сказку про бегемота рассказал. А вот в связи с этой партией, я так полагаю, и может быть других тоже, но вот Марк Израильевич, он когда нас учил атаковать, да, он у нас на сессиях, когда, ну, рассказывал там об атаках, анализировали какие-то, допустим, партии или моменты разбирали, связанные с атакой. Вот у него это было очень четко в его обучающем методе. О том, что когда вы начинаете атаку, я считаю, что это сейчас довольно наивно, смешно и, наверное, не совсем, как бы, я бы на это не обращал внимания. Он считал, что очень важно, что ты, когда начинаешь атаку, там что-нибудь жертвуешь, что типа ты пришел к позиции, где у тебя, допустим, есть ничья, но, может быть, ты еще и выиграешь. Ну если бы так все было просто. А на самом деле, если ты начинаешь вот атаку с момента, где у тебя лучше, вот реально, где у тебя лучше, то тогда это просто метод довольно странный, потому что ты или, значит, сразу зафиксировал ничью, или ты, допустим, вполне вероятно, что помнишь, что у тебя было лучше, находясь под грузом этой оценки, продолжаешь атаку, уже при том, что ее там особо нет, и проигрываешь партию. Поэтому это так, все эти вот выкладки потом, после постмортем, что называется, они достаточно натянутые, могут быть условные. Но тем не менее, я тебе рассказываю о том, что Марк в свете этого нас учил, что вы ничью найдите. И вот Нехимович как раз и рассказывал о том, что он, когда жертву на e6, это вот как раз позиция диаграмма, этой партии главная, одна из двух, он пришел к выводу, что, я сейчас вернусь назад, но я вот тебе покажу, что он, значит, когда нашел вот свой ход c4 замечательный, вот с него начал атаку, ошибка, чисто по компьютеру это ошибка. Ну, во-первых, конь e7 был неплохой ход, там атаки близко нет, да, но если мы берем даже вот по партии идем, и вот он теперь жертвует, то здесь был ход король d8, который Таль описывал, но я видел, что у меня есть вечный шах после хода король d8,
И действительно, после король d8, ну вот максимум, что можно здесь добиться, я просто покажу вариант, а потом пойдем назад. Это вот если я не даю вечный шах сразу, я еще могу здесь пошутить, поталить. Вот так вот. И тоже дать вечный шаг. Да. И после конь e1 дать вечный шаг без всего комплекта фигур. За счет того, что вот именно ферзь, он щелочку закрыл здесь, вот и на b6 нельзя убежать. Вот показывает, что Красиво. ферзь b6 это не выиграть не получается, потому что ферзь стоит не там. Да, и вот, значит, если мы вернемся к этому моменту, а ферзь b6, он ход действительно, наверное, немножко не туда, но в целом, чисто по позиционным мотивам, вот если мы рассмотрим ход ферзь h5, все-таки вернуться на круги своя и не дать рокировать впрямую. g6 надо пойти, все-таки рокировать не дурно. И если дальше все-таки мы попытаемся рокировать, то после h4 нет доброго хода. Нет доброго хода, потому что вот когда А мы что ходим, против h5? когда черные пропустили h5, то вот появляется экстра давление на королевском фланге, ну вот это вот, связанное со знаменитой пешкой h, да? Она или вперед может пойти, она где-то или возьмет на g6, тогда будет. И нету хода здесь h5. Вот это уже реальная жертва, слон g6, вот не жертва, это разгром. А раз так, то приходится в этот момент пойти рокировкой. И вот после h5, ну вот здесь давление неприятное. Не надо забывать, что вот нас там поменяли слонов, разменяли пешки и по линии h поставили мат, что неоднократно или там на g6 проваливается, бывало. Вот пешка на h5, она так немножко меняет ландшафт. Поэтому действительно, он правильно оценил Таль, что ход такой посредственный. Но вот метод, который он избрал, c4, выглядит безумно коряво, честно говоря. c4, и вот он, Таль, рассказывает, что когда, значит, последовало вот конь b4, ладья e6, его жертва, и Портиш здесь уснул. До этого там все было нормально, а вот здесь Портиш уснул. Ну и действительно, вот сон здесь вполне в руку был, потому что три хода на самом деле, не два хода, а три. И вот, значит, из серии два хороших, а один плохой. И у Портиша куча времени. И почему я вот именно эту партию? Существует... Это жертва ладья e6. Вот это в чистом виде жертва. Потому что когда ты, имея, скажем так, перевес стабильный позиционный, отдаешь ладью за две пешки, притом я тебе скажу, что я же отдаю при ладье на один и слоне c1, что делает эту Уникально. Уникально. жертву достаточно такой как неожиданный, скажем так, неожиданный. Я же атакую одним ферзем. Причем у меня есть только там один шах в каждом случае. Вот, поэтому он атакует без фигур. Вот на мгновение, на мгновение. Ну и вот я про жертву хотел сказать. У меня вот есть дома среди большого количества там книг по атаке две старые книжки. Шпильмана «Теория жертвы» и как его, Джинджихашвили или нет, сейчас я посмотрю. Как его фамилия этого? Шамковича. Нет, это примерно одно и то же, мне как всегда казалось. Я их не знал ни того, ни другого. Да. Шамковича. Жертва в шахматах. Где смысл в том, что не только там партии как атаковать и не очень, а они вот попытались классифицировать, да, вот жертву. Что такое жертва? Ну и, на мой взгляд, ничего с 25 года не изменилось. Жертву, как я понял, можно классифицировать только два типа жертв бывают. Одна реальная, одна мнимая. А все остальное уже от лукавого. Там тормозящая, развивающая, линейная, какой-то вот чушь они там не написали, интуитивная и так далее. Ну, в общем,
дальше творчество идет. А вот реальное разделение только по двум принципам. Это ты вообще-то пожертвовал или так только притворился, что пожертвовал? А это реальная жертва. Так. Потому что здесь я не выигрываю, будучи талием назад, никакой материал в ближайшее время. Могу кое-как вечный шах объявить. Соответственно, вот это реальная жертва. А реальная жертва, она все-таки ценится выше. Так. И она создает хаос здесь. А, и да, я почему начал про классификацию. Так вот, я не нашел классификации у них. Может быть, она... где-то в других авторах мелькал или как идея, на мой взгляд, это психологическая жертва. Вот это то, что отличало Таля. Да, отличало Таля. Это вот знаменитый, опять же, бегемот, что типа там будет сопернику неприятно или не будет. Вот это вот то, что уже потом стали использовать... Жень, извини. Да. Жень, давай по партии пойдем. Мы так у нас сейчас будет на час эта партия. Не, и а это мы сейчас будет... быстро ее закончим. Да. Так вот, психологическая жертва. Вот я тебе хочу сказать, что попороть, это ее отличие. Да. Слон Е7 был второй метод поиграть по, на выигрыш. Как ни странно. Но ход в ход. Ход в ход. Ход в ход, вот так вот, во многих вариантах Таль еле делает ничью. Вот так вот. Тут о выигрыше речь не идет. Здесь как сделать ничью, как четко сделать ничью. Вот слон G6 – это правильный ход в правильном направлении. И как ни странно, после этого правильный ответ король D8 холодный. Подожди, а если просто взять слона, то что? Вот это правильный вопрос. А как ни странно, взятие проигрывает. Ну, ферзь c7. Да, и ладья e1 неожиданно происходит тут вот на конь d3. Казалось бы, такой замечательный ход. А тут раз и шах. И что? Король... А на e7. Я два раза возьму на e7 на и e7. Возьму коня на d3. Вот для этого делается ход слон g6 шах. А у тебя ферзь останется ферзь против двух ладей и еще куча пешек. Да, и понятно. Там 17 пешек, да. 17 пешек, да. Красиво. Последовало король d8. Могло последовать, да. Вот слон f5. Тут, конечно, вариант не для слабонервных. Слон e3. И вот спокойно ферзь e4. И вот это вот. Что из этого Таль видел, я не знаю. И не могу себе представить. Что? Не хватает ладьи. Не хватает ладьи, и у белых шансы есть на то, чтобы сделать ничью. Угу. И ладья d1 угроза. Неожиданно король не может эвакуироваться достойным образом. Но он эвакуируется, но... Это, причем форсированный вариант, ну, посчитать, по-моему, его невозможно, поэтому это еще ко всему прочему интуитивная так называемая жертва. И вот тут для того, чтобы сделать ничью, не поверишь, надо еще найти слон g5. О, угадал. И это все делается ради того, чтобы сделать вот ничью в лучшей позиции. Вот Таль, а? Затейник, конечно, затейник. Но это нормально, ты считаешь, вот так вот пожертвовать? Ну, слушай, так вот он играл в шахматы, а что? Поэтому и гений. Он не каждую партию так, конечно, играл, честно говоря. Я матч это посмотрел, нет, он не каждую партию играл. Но вот он первую выигранную вот сыграл так. И так делает король f8. Как ты понимаешь, из трех портиш выбирает худшее. С запасом. Посчитал вариант. Посчитать варианты он не смог. Последовал слон f4, он хотел просто играть варианты. Слон e7, я думаю, он не смог посчитать, ему показалось это нелогичным. Король d8 он ничью не хотел делать, потому что он сошел с ума от хода ладья бьет e6. Он подумал, что подарок судьбы сегодня, пирожок у него сидит с повидлом. Пирожок с повидлом здесь имел в виду ход c5. Это там ключевой. Грозило слон d6, поле прикрыли, c5. Поле прикрыл, да, c5 ферзя оттеснить, чтобы он уже не вернулся. Ферзь а5 или... Нет, ферзь а5 тогда уже проигрывает ферзь а5. Вот если ты пойдешь ферзь а5 здесь, то ты и получишь мат вот такой не сложный. Так, шах, и попадешь все равно в книжку. То есть ты уже ты в книжку попадаешь в любом случае. То есть бесполезно уже тут. Как говорилось у нас в интернете, харе метаться.
Хара имитация. Так, значит. Конь d3. В этом смысл. И ладно бы, значит, здесь продолжал атаку таль слон d6. Нет. Он тут неожиданно нечестно перешел к возврату материала и соответственно, позиционной атаки. Но вот пару слов, несмотря на то, что ты говоришь, что надо быстрее двигаться, пару слов надо сказать, потому что это вторая ключевая позиция в партии. Во-первых, я тебе скажу, что соотношение ферзь против коня, слона и ладьи – это частое соотношение во время атаки. Но опять же, небезызвестная партия с Бергом, которую 117 раз у нас посмотрел каждый на канале, она именно о том, что в итоге ферзь атаковал просто там 3-4 фигур легких. И как раз я там отмечал, что очень важное для того, чтобы атака у нас продолжалась, это иметь какую-нибудь пешку далеко продвинутую. Но в данном случае вот пешка А7 выполняет эту роль. А вот эту позицию достаточно сложно оценить. И ход король Е7, который сделал Портиш, он по воспоминаниям Таля, вот единственный, который в позиции не анализировал, как бы не рассматривал. Да, а ход имеет, когда он начал думать, ход имеет смысл с тем, чтобы не ослабляя фигур, просто вот туда вот выдвинуться и королем забрать эту пешку А7. Не ладьей, а королем. Если мы говорим о том, что а какой же у нас есть ход здесь, кроме король Е7, вернее, король Е7 хода-то нет. Он по смыслу, ну, по сути, неправильный. А из тех ходов, которые есть, правильный ход G6. И вот позицию трудно оценить в практической партии. Но я тебе скажу, что на самом деле белые ничем не рискуют. Потому что если они даже вот пешку b7 как-нибудь возьмут, они уже не будут хуже стоять. Они бы рисковали, вот если пешку a7 снять с доски, да, у белых может быть хуже. А так ферзь, имея какие-то пешки еще слабого короля, он все-таки ну, достаточно мобилен и боеспособен. И вот тут главный ход в позиции, который как раз и подчеркивает, что все у белых в порядке, это вот ход h4. Ну да, я После хотел предложить. h4 и h5, вот, ну, как-то не очень получается нормально взять эту пешку. И ферзь b8. Ну и черные могут попытаться сделать ничью, у белых давление остается. То есть вот позицию, которую выбрал Портиш, она в целом у него не лучше. Именно поэтому выбор был неправильный. Она, видимо, только чуть похуже, не более того. Но, скорее всего, и по времени устал он считать эти варианты совершенно чудовищные. И вот он, как вот я говорил, что психологически очень важно, ты как вообще оцениваешь? Вот все-таки Портиш, он такой не как бы сказать, не динамик, да? Он как бы любил живую позиционную игру. Вот этих без элементов хаоса. Он любил контролируемую позицию. А вот это мало контролируемо с его точки зрения, со стороны черных. Так вот, и поэтому вот с точки зрения статики, вот если он все там делает, как я описал, короля привел на ферзевый фланг, забрал пешку, у него лучше. Ну да. А с точки зрения динамики этот ход опровергается. Ну вот ты, например, знаешь опровержение этого хода? Дай подумать. Вот типа это Ну, талю сразу. интуитивно хочется пойти А8 ферзь. А потом ладья Е1 и Ну, поставить. да, но ты можешь ладья один и сразу пойти, не Ну, ладья обязательно. Е1, понятно, вот сразу в голову приходит. Это как это сипуку ты сейчас показал. Да-да. Не, сипука здесь не надо делать. Здесь надо просто я к тебе к тому, что на самом деле на современном развитии ты просто на самом деле шахматисты уже знают, все видели, все знают. Так вот, я тебе описал, что в теории ферзя борьбы против трех легких фигур ты должен использовать максимально пешки. Но сегодня это аксиома, которую знает там любой мой ученик. А тогда это типа было такое что-то необыкновенное. И когда вот Таль пошел в b4, типа все ахнули.
Вау, А b4. на самом деле, ну, разрывать пешку b нельзя брать, потому что ладья b1, ладья b7, ну, мат. Соответственно, эта пешка, она как бы не под боем. Это так, как бы эстетически, да, она не под боем. А прийти она, как ты сам Красиво, как понимаешь, красиво. хочет на b6. И опять же возвращаемся, опять, тут я тебе говорю, что я выбираю, мне очень нравится, когда много каких-то поучительных моментов. Так вот здесь в чистом виде речь идет о том, что легкая фигура должна быть защищена пешкой. Вот слона поэтому ты не пошел g6 портишь, в том числе, потому что слон защищен пешкой. И он надежен. Без пешки на g6 эта тактика начинается. Конь на d5 защищен пешкой. Без пешки конь ненадежен. Начинается тактика, связанная со слабостью коня. Так он хочет как раз подорвать этого коня и отнять у него защиту. И двинуть пешку на b6, что сделает позицию довольно смешной. Если пешка надежно встанет на b6, да? Мы все вместе посмеемся, вместе споришь. И поэтому реально, и позиция ход выигрывает просто, все, партия закончилась. Ну вот портишь его не видел, это как бы не было естественно. Для него этот ход был, этот ход потом Таль всячески хвалил. Да, компьютер сразу через 1,5 миллисекунды указывает ход b4 как выигрывающий. И партия, по сути, закончилась. Здесь уже не о чем говорить. Последовал ладья e1, не самый четкий ход, но b5 было почему-то сильнее. Но этого оказалось достаточно. b5 бить нельзя, потому что вот конь проваливается. Значит, пограживает b6. Соответственно, совершенно естественный ход. Ладья бьет a7. Следует. И следует комбинация, которую была известна там еще несколько лет назад, показал, кажется, Брайнштейн с Геллером. А комбинация выглядит так. Ладья e6 и ладья Король. b6. А, и ферзь G7, да? И ферзь g7. И на Ну, самом деле красиво. партия крайне короткая. Какая партия? Ну, все равно, смотри, сколько это Здесь красоты. много поучительных моментов, но красоты, так и очень много спрятанные оказались. Но даже то, что было, связано с b4, вот с ходом король e7 сумасшедшим. Ну, кстати, и ход c5 промежуточный, вот, который ближе, понимаешь, к пешку, к полю, ну, в смысле, к атаке, к королю подводят. Здесь все было. И тут, конечно, вот действительно борьба была такая психологии, когда ты посчитать не можешь варианты, их невозможно посчитать, то Конечно. имеет преимущество тот, кто лучше чувствует линию риска. Знаменитая линия риска, когда вот сейчас там очень часто рискует Карлсон. Почему? Не просто ж так, а потому что он очень хорошо чувствует, где еще есть предел риска, где еще у тебя есть возможность потом сделать ничью в худшей позиции, если не получится победить. Вот так как раз вот эту линию риска в динамике, черту, за которую нельзя переступать, вот очень хорошо чувствую. Гениально. Ну вот. Гениально. Ну Вот на это, слове гениальный предлагаю да, закончить не город и будем парк. мучить наших Спасибо. зрителей слишком долго. Так? И Все, так я спасибо, много Женя. воды Спасибо, налил. да. Всего доброго, друзья. Всего доброго, до свидания.